Мої вітання, з вами програма «Нова адреса». Двокімнатна квартира у центрі Києва для довгострокової оренди іноземцям. Саме такою буде наша сьогоднішня історія. Нагадаю, партнер програми – агентство нерухомості «Парклей». Давайте знайомитись з персонажами сьогоднішнього дійства. Хасан Талеб, 26 років, громадянин Італії, має пов'язаний з Україною власний бізнес. Хасан планує орендувати двокімнатну квартиру у центральній частині Києва. Допомагати йому у пошуках буде Оксана Онопрійчук, експерт агентства нерухомості «Парклей». Третьою ланкою у цьому ланцюжку людей та подій стану я, Василь Звірєв. Послухаємо, яким бачить своє майбутнє тимчасове житло пан Хасан. Я прилетів в Київ як мінімум на один рік. Мені потрібна квартира обов'язково в центрі. Вскоре приїде моя супруга. І дуже важливо, щоб квартира була готова повністю, вся техніка. Як мінімум одна спальня і в центрі, щоб знаходилась. Не перевищала стоїмость більше $2000 США. Попередньо ознайомившись з безліччю квартир, для подальшого огляду наш герой обрав наступні три. Давайте посмотримо на вулицю Братська, і Мала Житомирська, і Обсерваторна. Обсерваторна. Замечательный выбор, предлагаю поехать и посмотреть. Да. Объект номер один уже ждет нас. Двокімнатна квартира по вулиці Малій Житомирській, 13/6. Повністю мебльована. Уся побутова техніка. Поруч станція метро Майдан Незалежності, Михайлівська площа. Орендна вартість – 1490 американських доларів на місяць. Многоуровневе освітлення, елементи декора. По лівій стороні у нас небольша гардеробна. А вот у нас санузел, также выполнен в светлых тонах, хороший итальянский кафель, хорошая сантехника импортная, здесь же находится стиральная машина, вот и все необходимое для санузла. Красиво. Что ж, входную группу мы побачили. Зараз давайте просуватися далі. Перед нами умовно гостьова зона квартири, яка суміщає у собі дві частини – кухню і вітальню. Утім, я думаю, зараз пані Оксана скаже більше. Будь ласка, вам слово. Да, Хасан, значит, обратите внимание, насколько светлая есть эта комната, очень большое количество окон. Элементы декора, искусственный камень. Непосредственно, если вы видите с окон, открывается вид на старый исторический Киев, где вы можете действительно прочувствовать атмосферу этого Киева, начала нашего столетия. Это очень интересно. Да, естественно, очень близко Майдан, много разных заведений, кафе, ресторанов, где вы можете обедать, ужинать. Если вы заметили, здесь очень тихо и температура достаточно прохладная. И не нужно дополнительных кондиционеров. Мне смущает одно, что вот ремонт, очень хороший ремонт, только вот немножко несоответствие между мебелью и ремонтом. Вот, допустим, холодильник немного смущает чуть-чуть, а так все прекрасно, я думаю. А вопрос, это паркет, ламинат? Ламинат, это паркетная доска. Хозяева обещают в случае вселения, скажем так, арендатора сюда, необходимую мебель поменять. Да, укомплектовать. Да. То есть мебель, наверное, не будет камнем преткновения, и торг здесь неуместен. Поки що неоглянутою залишається остання кімната квартири – спальня. Невелика, але дуже світла. Обратите внимание, окна входят во двор. Это говорит о том, что здесь будет всегда тихо. Вот. И, естественно, старая постройка дома. Здесь будет прохладно летом. Вот мне нравится очень вид зеленой, зеленой зоны. Кровать бы хотелось бы, конечно, побольше, но этот вопрос мы, я думаю, обсудили уже. Да. И, как бы, все хорошо. О, видео. В Киеве до сих пор видео пользуются. Хорошо. Квартира с некоторыми элементами ретро. Назовем это так. Ретро, грация. Есть ли у вас какие-то вопросы непосредственно по этой комнате? Нет, все достаточно ясно, я сказал. На цьому погляд об'єкту номер один я оголошую завершеним. До вашої уваги думка Хасана про перший об'єкт. Дуже понравилось розположення квартири. Достойно того, що знаходиться близько к Майдану.
зеленая зона, все красиво. Единственное, что немного смутило, это несоответствие мебели, скажем так, с ремонтом. Но мне сообщили, что это поправимо. И как бы так, что интересно мне, что мне понравилось, дом, так чувствуешь себя как в Венеции, только нет реки. Я бы оценил квартиру на 8 баллов. Об'єкт номер 2. Чотирикімнатна квартира на третьому поверсі чотирьохповерхівки, що стоїть за адресою вулиця Обсерваторна, 13/15. Загальна площа 110 квадратних метрів. Дві засклених лоджії, убудована кухня, шафи-купе, чотири кондиціонери, гараж, послуги домробітниці. Орендна вартість – 1650 американських доларів на місяць. А ще Хасану сподобалось, що перша із кімнат, теж досить велика і світла, розташувалась одразу праворуч від входу. Утім, не будемо загострювати на ній увагу, краще подивимось на спальню. Ця кімната, так же, як і остальні, достатньо просторна, світла, як видите, велике вікно. Із нього ми бачимо також лоджію. Вона застеклена, утеплена, пропускає шум із дороги. У спальні дихається вільно, тому що і тут все зроблено з натуральних матеріалів. І паркет, і шафа, і величезне двоспальне ліжко, яким Хасан залишився дуже задоволеним. О, вау! Подобно? Дуже добре. Ортопедичний матрас, видите, новий. Хороший. Дуже подобається він. Мы можем подойти ближе, для того, чтобы посмотреть, насколько хорошо выполнен балкон, ну и заодно посмотреть, какие виды у нас оттуда открываются. Я приглашаю вас сюда. Мы находимся в центре города, но здесь достаточно тихо и прекрасная инфраструктура, и транспортная развязка, и что касается заведений, кафе, ресторанов и так дальше. Что скажете? Белиссимо, очень хорошо. Мне очень нравится. А вы чувствуете, мы здесь находимся на балконе, запах древесины, натуральный запах дерева? Ну это то, что изначально мне бы хотелось чувствовать, когда я сюда приезжал, в этот город. Вы его здесь чувствуете. Я предлагаю продолжать осмотр, и у нас сейчас будет гостиная, да? Да, все верно. Идем туда. Вау, перфекто. Это у нас гостиная, пожалуй, наверное, одна из самых светлых и просторных комнат. Видите, много освещения. Здесь находятся все коммуникации, телевидение, интернет. У нас, видите, дверь идет одна еще спальня, возможно, гостевая. Очень красиво, современно, стильно. Очень отсутствие классно. Мебели вас не пугает пока? Нет, я думаю, это такие нюансы все как бы решаются. Ну что ж, давайте продолжать путешествие по квартире. И сейчас мы вам покажем такую, условно говоря, хозяйственно-санитарную часть этой квартиры. Кухня? И кухню тоже. Идемте туда. Итак, Хасан, санитарно-хозяйственная зона. Здесь вы видите у нас постирочная. Здесь находится стиральная машина и бойлер. Туалет. Световая гамма очень хорошая. Соглашусь, очень у нас светлые, придут очень большое пространство. И, естественно, ванная. Естественно, просторная, хорошая, светлая ванная. И прошу вас, проходите в кухню. Послушаем, что про кухню скажет Хасан. Очень все красиво, очень хорошо, очень современно. Автодоводчики, большой холодильник, все красиво, только чуть-чуть вот маленькая кухня. Только за счет того, что другие спальни просторные, это покрывает этот минус. Ну, наша семья не любители проводить на кухне большое время, поэтому это не столь значительно. То есть в целом, пока да, абсолютно довольны? Да, 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 все. Все очень хорошо даже. На цьому огляд об'єкту номер 2 я хочу оголосити завершеним. Дізнаємося думку Хасана про другу оглянуту квартиру. Квартира мені дуже понравилась. Просторно, красиво. Світова гамма, дуже хорошо все.
то, что кухня маленькая, это не является большой проблемой, поскольку как бы мы с семьей не проводим большое время на кухне. Покрывает этот минус то, что остальные гостевые комнаты довольно-таки просторные. И все сделано стильно и со вкусом. И плюс к этому всему очень-очень замечательный вид на улицу открывается, на зеленый Киев, на красивый Киев. Очень красиво. Моя оценка 9 баллов. Да, 9 баллов моя оценка. Об'єкт номер 3. Двокімнатна квартира на передостанньому поверсі 4-поверхового будинку, розташованого за номером 4 на вулиці Братській. Загальна площа 63 квадратних метри. Орендна вартість 1200 американських доларів на місяць. Обратите внимание, большой шкаф-купе, хорошая плитка на полу и достаточно плохое дизайнерское решение, в общем-то, во всей квартире, сразу видно. Что можете сказать? Ну, в общем, мне нравится, только немного тесновато, что ли, площадь пола как бы не очень большая. Зато холл можно позиционировать как сердце этой квартиры, откуда можно попасть в любую зону, не сходя с места. Давайте продолжать осмотр. Сразу слева от нас находится гостиная. Пройдемте туда. Пройдемте. Комната есть светлой. Хорошее сочетание темного и светлого, как по мне, прекрасное дизайнерское решение. Это очень такой стиль интересный. Ну что скажете про гостевую комнату этой квартиры? Уютно. Мне очень нравится люстра. Хороший дизайнерский подход. Но немножко не нравится вот стены. Очень серые. Вот то, что меня чуть-чуть смущает. А все остальное прекрасно. Сейчас вашему вниманию мы хотим предложить санитарную зону. Она совмещенная, но тем не менее, я думаю, ей есть чем похвастаться. Пойдемте туда. Здесь, как вы видите, есть условное разделение, да, так, на туалет и ванную, хорошая сантехника, тоже, да, все новое, и, как бы сказать так, самая главная изюминка – это ванная с окном, большое светлое окно, можете лежать одновременно в ванной и наблюдать за природой. Вот это, конечно, я заметил, вот, очень красиво, вот, ванное окно. Так у меня один такой мысль, вот перегородка, да, вот это, чтобы человек один в туалет ходил, в другой ванной, друг другу не мешали? Ну, судя по всему, да. Ну, с юмором, очень хорошо. Ну, что ж, давайте двигаться дальше. Кухня. Сейчас мы посмотрим именно на нее. Обратите внимание, достаточно просторное место, да? Большая рабочая поверхность, большой обеденный стол. Полностью укомплектована всей бытовой техникой. Есть и духовка, и большой холодильник. Хасан, что вы можете сказать о кухне? Ну, мне достаточно нравится. Вот подвесной потолок, мебель. Все стильно, красиво. Только вот, опять же, так и мало пространства. Но, как я ранее говорил, это не создает как бы основную проблему. Давайте продолжать осмотр квартиры. Сейчас мы посмотрим на спальню. Пожалуй, наверное, самая просторная и светлая комната изо всех. В стиле она выполнена в таком же, как и гостевая, в принципе, вся квартира. Большая кровать, как вы любите, опять же таки. Ну и выход на балкон, также из этой комнаты. Хасан, как вы рассматриваете эту спальню? Может ли она стать вашей на какое-то время? Хорошо. Спальня довольно уютная, большая. Немного смущает горчичный свет. Что? Это, я думаю, мелочь. Но вообще так и дизайн очень хороший. Шкаф, кровать уютная, большая. На цьому огляд об'єкту номер 3 слід вважати закінченим. We'll be right back.
Для Хасана настав час розповісти про свої враження від оглянутого помешкання. Квартира хороша, все окей. Ну, мені не понравилось туалет, совміщеність його з ванною. Это как-то для мене, ну, как-то неприемлемо, что ли. Спальня так как такова, она просторная, кровать широка, все красиво, дизайнерский подход очень хорошо сделан. Но как-то у меня нет тяги к квартире, нет вот этого ощущения, что вот это мое, что я тут буду жить. По баллам я оцениваю где-то 8 баллов. Ось ми і дісталися фінальної частини нашої програми. Позаду залишився процес огляду трьох об'єктів. Єдиним нез'ясованим залишається питання, чи обирає сьогодні наш герой одну із запропонованих квартир. Отже, Хасан, сьогодні ви увіділи три квартири. Могу сказати, що із всіх трьох об'єктів мені подобався об'єкт номер 2 на вулиці Обсерваторна. Тому як просторно, большие комнаты, хорошее очень место расположения. Но все-таки мне надо дождаться супругу. Потому что как бы принять решение я могу, ну, как бы, соответственно, с ее тоже мнением я хочу посчитаться. Как бы немного придется подождать. То есть окончательный выбор вы пока не делаете? Пока нет, к сожалению. Это хорошо. Это значит, что мы с вами еще встретимся, и я думаю, что эта квартира обязательно ей понравится. Мне залишається подякувати вам за участь у программе, и вам огромное спасибо. Я надеюсь, что вы найдете правильную квартиру и будете жить долго и счастливо. Спасибо. Всего доброго. Що ж, наш герой зі своїм вибором так і не визначився, це означає. Усі три побачених сьогодні об'єкти залишаються без своїх нових тимчасових господарів. І їхніми орендарями може стати будь-хто із телеглядачів. Для цього треба зателефонувати за указаним номером телефону до агентства нерухомості «Парклей». З вами була програма «Нова адреса». Побачимось.